Приветствую вас, дорогой друг, с вами Николай Лобанов. Если мы не знакомы, то в двух словах скажу о том, что в интернет-бизнесе я уже более 8 лет, в бизнесе вообще я уже более 28 лет, но последнее время меня, если вы с нами знакомы, со мной и с моей женой, очень интересует тема криптовалюты. В этой теме я примерно год, но последнее время в связи с очень бурным ростом криптовалюты, в связи с очень бурным ростом интереса к криптовалюте, я стал проводить обучение, и для того, чтобы более квалифицированно проводить обучение, мне самому нужно обучаться. Я был готов ехать куда-то обучаться на специальные тренинги, но мне подсказал друг, имя Андрея Погорелова, который сейчас очень грамотно дает информацию о мире криптовалюты. И кроме того, что я просмотрел все его видеоролики, которые вы можете тоже найти на YouTube, я решил пойти на его обучение. Андрей Погорелый первый раз сейчас проводит обучение первой группы, и я хочу сказать, что уровень, конечно, очень высокий. Сразу видно, что Андрей не первый день, не первый месяц на рынке трейдинга, на рынке валютного трейдинга и криптовалютного в том числе. То есть первый день дал очень много информации, очень серьезной информации и для новичка даже очень сложной информации, потому что речь идет о техническом анализе, это то, что больше рассматривают люди, занимающиеся Форексом, трейдингом именно вот на этих биржах, на Форекс и так далее, но криптовалютный рынок это тоже тот рынок, который предполагает серьезное обучение и вкладывание в ваши энергии. И я очень доволен тем, что попал на этот тренинг. Я рекомендую вам, если вы хотите очень глубоко изучить тему, идти на данный тренинг. Но вы также можете посещать и наши вебинары, где мы даем основы того, как начинать пользоваться криптовалютами, открывать кошельки, регистрироваться на биржах, начинать заниматься трейдингом. То есть основы вы можете получить и на наших обучениях. Для более глубокого изучения рекомендую посетить тренинг Андрея Погорелова. Все только начинается, и мы с вами действительно в очень интересное, увлекательное время, когда можно зарабатывать очень большие деньги на этом трендовом направлении. С вами был Николай Лобанов, всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока.